так очень хорошо. Есть. Так, ну сейчас водичку сразу положим. Несколько пожухло, конечно. Иван, иди быстрее, не горюсь. Иди быстрее, не горюсь. Давай, не горюсь, скорее, вылезти. Димка, слышишь? Иди сюда. Ваня. Грязьку уберите из тарелки, новую воду киньте. Да-да. Полоски бумаги приготовьте. Вот с этой. Группа крови наружу. Воды много. Может быть, на кружечкой черкнули? Не надо. Не надо. А, нет, смотрите, фамилия. Снаружи пополам, что ли, сложил? Точно пополам сложил. Елки, да? Сложил пополам. Вот один бланк. Нет, вот фамилия прямо наружу. Ну, это бланк. Два слоя. Вот один, одно окончание, вот второе окончание. Угу. А вертите вот отсюда. Полоски есть, да? Главное, принеси подлиннейшие иголки. А, стоп, подожди. Это все сети. Это я сейчас сделаю. Сначала мы его развернем в том виде, в каком он есть, то есть в половину свернутом, а потом развернем в половинке. Кто-нибудь одной рукой подтягивайте полоску бумаги наверх по моей команде. Дим, может, ты поможешь? Или Алиса? Так.
вторую полоску приготовьте. По чуть-чуть поехали, по чуть-чуть наверх, 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 наверх. Тащим, тащим, тащим. Тащим, тащим, еще, 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 еще. Стоп. Сейчас. Вот он. Потащили наверх. Еще. Стоп. Наверх. Еще немножко. Стоп. Уходит. Уходит. Так. Опа. Снизу кто-то придержите, чтобы не соскользнуло. Просто придержите, мне перехватиться надо. Да, вот так. Пожертвует правой частью. Может, потом сама по себе распределить. Да, я ее потом попробую открутить отдельно, потом соединим. Там складка жесткая. Да, складка против этого, против скрутки. Была бумага разрушена. Та, что в пробке была более-менее, и та, что ниже скрутки тоже более-менее. Так, нужна вторая тарелка. Это пусть в наклонном состоянии, пусть в воде будет. Два слоя. Да, два слоя. Сейчас нам их надо в водичке развернуть. Сейчас мы обратно погрузим, перевернем. И... Место телефона. Еще тарелка есть? Да. Серег, быстрее. Воздух. Свое дело делает. Угу. Так, браток, давай выбираться отсюда. Наклонить тарелку. Наклонить. Листочек рвать? Ну, на готове держи. Подставляйте отсюда, с внешней стороны.
Тихо, тарелочки не дергаем. С внешней стороны это лещ. Сюда под бумажечку подставляем. Вставляем в воду вот отсюда, с этой стороны. Стык с этой бумагой. Стык, так. Я не вижу дна, тарелку наполняю. Нет, понятно. Та тарелка была лучше. Видите, края крутые, не позволяют вытащить. Переливать тарелку. Любую другую, вот эту. Чистую железную. Не, лучше здесь перелить. Лучше здесь. Это оставить. Перелить куда-нибудь. Быстрее, Дима. Ну что это чисто, нет? Да любое другое, ребят, вы что телитесь? Осторожненько, чтобы остаток перешел тоже. Давай эту. Обратно. Воды не берем? Да, конечно. Ну, постепенно, а. Дима. Воздух портит бумагу. На глазах уходит. Давайте убирайте. Оп. Так, наклоняйте тарелку. Тарелку наклоните, товарищи дорогие. Так, развернули половинку от половинки. Теперь нам надо выпростить. Вот потянули. Есть, выпростили. Так, подставляем. Подставляем. Тихо. Стоп. Проток, давай. Оп. Стыка нет. Все по-новому. Либо дайте лист бумаги, либо этот положить. Вот этот. Убирать тарелку. Тарелку убираем. Подзаломался немножко краешек. Мы его выпрыгнем. Так, его выпрямили. Теперь надо будет снова в воду класть и управлять края. Либо здесь сейчас попробуем. Будет даваться, будем в воде. Уже все размазано. Так. Давайте тарелку. Тарелочку, давайте. Ага. И стеклянный может более плоский, может, туда? Кого? Тарелку. Нет, уже наклоняем. Оп. Есть. Так, тут выправляем. Убираем тарелку. Смотрим, где у нас еще проблемная часть. Давайте вот эту часть. Держим вот этот край, вот этот. Ага. Вниз. Воду погружаем. Так.
наверх. Оп. Есть. Теперь вот эту часть. Вот эту. Среднюю. Тынц-тынц-тынц. Ать. Наверх. Есть. Так. Среднюю часть. И вот эту крайнюю часть. Отслоившийся этого куска, что ли? Вытаскиваем. Так, тихо. Ножнички далеко? Так, тут у нас складка получилась. Складочка получилась. Держим кусочек вниз. Этот вот. Вниз. Так. Ножницы здесь, но они слабые, Иван. Я понял. Хорошо. Кладем полностью в воду. Полностью в воду. Тын-тын-тын-тын-тын. Химическим карандашом заполнен. Так, есть ножницы? Саш, где ножницы? Слабые, которые... Давайте тогда так сделаем, воду вновь. Тут кончик раз. Отделяем нижний, вот пальцем здесь, да, просто держим. Просто держим. Ну, главное, упасли. Читаться будет в фотошопе. Высохнет, может быть, даже глазами прочтем. РСФСР. На П. Пензенская, что ли, область. Район на Т. В республике тоже РСФСР. Уроженство. То есть адрес РСФСР. Край, в краю стоит, уже Приморск. В области ничего нет, край. Пермский, не было Пермского края, товарищи. Алтайский. Понятно. Это же Алтайский. Буква А. Она вычурно написана, видите, забегает на республику, видите? А, большое забегает в ту графу. Отлично. Подсохнет. А область Томская, уроженство. Так. Бумажку. Книжку. Чистую. Поищите здесь. Здесь у нас чисто, да? Принеси чистую бумагу. Нет. Именно чистую бумагу. Можно. А, черновик тоже. Сейчас мы между двух чистых листов бумаги зажимаем. Здесь, да. Иван, давайте сфоткаем быстро. Короче, еще один лист нужен? Думаю, нет. Хватит этого. Давай. Да, сначала был подмят, видимо, он его впихивал. Крышечкой он его придавил.
и через резьбу вода все равно проходила. И она вот это подзамятие, она еще и подвывела из строя. Все. Закрываем. Пинчик, давай. Ножницы есть? Нет? Вот они. Ну, посмотрим. Да. Это из аптечки, это из игрушечной. Да. Это знатие. Есть. И высохнем. Давай, Игорь. Доставай. Так, теперь вот это попробовал. Новую чистую воду. Саша. Игорь Иванович, у вас нервы и выдержка. Столько выпить еще надо суметь. В свое время, а потом бросить. Знакомый. Вот. Кончилась и моя цистерна. Так, теперь давайте думать, как мы его перегрузим. Он, в принципе, должен раскрутиться, он слои видны, воздуха мы ему не дали, в водичке защищен. И побежал по волокнам прямо. В самом конце слои видны, а тут они слеплены. Угу. Это двойной слой. Этот вот одинарный, это двойной. Нам его не расслоить. Осталось 4. И каталась опять то же самое. Вот 3 двухслойных кусочка. Искусственно привезем.
спились. Спились между собой. Чуть-чуть. Удается самый краешек отделить. А дальше каша вот отсюда начинается. Вот он отделился. И все. Дальше сцеплено между собой. Давайте посмотрим, что в книжке проявилось, не проявилось. Химический карандашик имеет свойство проявляться. Не желает. Еще не подсохло и не отходит. Хотя, может быть, как раз в этом состоянии есть смысл приоткрыть. Так, читать надо небийский ли? Да. Читать надо, конечно, фотошопом, то есть отсканировать, или, по крайней мере, на цифру хорошо снять. Район может быть топчинский. Алтайский, он точно алт. Район может быть топчинский. Есть же такой, да? Топчиха. Топчиха. Или Топчихинский. Топчиха. Так, он что-то есть в фамилии семьи. Что у него? У него есть фамилия. В ней как минимум 5 букв. Имеется в виду здесь оставшихся в этом куске. Написал он во второй строчке. Красноармеец. Это четко. Остальное будем читать, когда он высохнет, карандаш должен проступить. И потом на цифру. Фотошоп здесь есть у меня. Попробуем почитать. Ну все. Это много. Это много, да. Да, главное, чтобы сейчас уже попросту. Имя есть, начальная буква есть имени, и отчество есть начальная буква. Давай, Ваня. Ну, трудно. Ну, давай. Тут, да, загружу, давай. Ваня, тихо. Рассказ про Никиту. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себя простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут? Забыл его спросить. Лет 10, 12, бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках при фронтах. Встречать нас, как дорогих гостей. Обходят, танки обходят на стоянках. Таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливу не дозрел сует. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка за каким домишкой. Он примостился, столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал. Они вон там, в саду, да где же, где же? Отдайте, я на танке с вами поеду, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище, и вместе катим мы вчетвером. Сидит парнишка, мины, пули свищет, и только рубашонка пузырем. Вот здесь, и вот здесь, из разворота мы вмяли эту пушку в рыхлый черный чернозем. Я вытер пот, душил Гарри копоть, от дома к дому шел большой пожар. И помню я, сказал спасибо, хлопец,
и руку, как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лет узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Молодец. Молоток. Спасибо. Молодец. 6 мая. 6 мая 2018 года. Только что из лагеря уехали внуки солдата Андрея Федоровича Ведяйкина. Внук Валерий и правнук Иван. Увы, ситуация больше не позволяет им оставаться у нас в лагере. Они посетили место гибели деда, собрали землю, поработали с нами 2 дня. Какой 2? 4. Я ошибся. Пожили с нами. Похлебали щи из одного котла. Пропитались воздухом этих лесов, трагизмом этих потерь, линии обороны, бомб, мин, снарядов, которыми нашпигована земля. И вынужден уехать домой. Так складываются обстоятельства. Мы с ним еще встретимся. Андрея Федоровича будем передавать для погребения останков на родине, на Алтае. Постараемся пройти весь этот путь со всеми возможными почестями и теми высокими инстанциями, которые есть у нас в государстве, для того, чтобы солдат достойно упокоить на родине Андрея Федоровича. Их 2, они неразъемные. Лежали друг на друге. 76 лет. И похоронены они будут вместе, как и будут.